Здравствуйте, мои дорогие! Это просто программа, наш вечерний эфир и цикл передач «На ковер». В прошлой программе у нас был Дидзёв, в сентябре будет посвящен музыкальным эфирам. Ну и начинается скоро у нас, заканчивается сезон отпусков, и начинается новый навчальный сезон. И мы решили сегодня в гости пригласить очень интересную молодую организацию. Называется она «Алегів Щит». Организация, которая сприяє розвитку культури, спорта та мистецтва в Украине. То есть ребята, как нам сказали, как выслали пресс-релиз со своей организации, хотят помогать развитию украинского этноса, украинской культуры. Молодая организация, там нет олигархов, нет бизнесменов, нет каких-то провладных шишек. Обычные спортсмены, преподаватели, историки, юристы, журналисты, которые собрались, сконсолидировались ради одной мечты, одной темы, чтобы нашу страну далеко за ее пределами знали не по каким-то политическим событиям, не по АТО, не по конфликтам, допустим, с Россией, а по самому главному фонду нашей страны – это люди. Культурные деячи, литературные деячи, спортсмены, творцы. И это хорошо, ведь у нас очень богатая земля на уникальных людей. Сегодня мы пригласили в гости члена правления организации «Алегів Щит», молодого спортсмена, семинариста, будущего священника, действующего спортсмена, а также преподавателя физкультуры и очень известного публичного человека в мире спорта в Киеве, по крайней мере. Не переключайтесь, побудьте с нами, будем разговаривать, как простые люди, простые ребята идут и пытаются что-то делать для людей, для оздоровления нации, я не знаю, для того, чтобы нам жизнь стала чуточку спортивней, чуточку веселее и не так было все печально вокруг. Не переключайтесь, за дело, поехали! Итак, представляю вам хорошо известного вам уже по моим программам человек. Это мой друг Микола Ткачук. Микола не раз был у меня в студии. Мы говорили про гиревой спорт, про здоровый образ жизни. Мы не буду открою тайну, мы являемся хорошими друзьями. И Микола, помимо того, что он сам действующий спортсмен, он в 2016 году призер чемпионата Европы по гиревому спорту. Он мастер спорта Украины по гиревому спорту. Он будущий священник, преподаватель. Пишет сейчас, какую работу ты пишешь? Диссертационную. По физкультуре, да? Да. Вот, будущий отец, состоявшийся мужчина. И Коля в организации «Алегів Щит» занимается непосредственно, ну, департамент, занимается развитием спортивного направления национального вида спорта. Это гиревой спорт. Гиревой спорт, он пока не национальный, по-моему, да? Нет. Он пока не національний, но у нього корні откуда вообще? З Київської Русі. Це, в принципі, наш національний вид спорту, просто він не є офіційно зареєстрований національним видом спорту. А як ти думаєш, що потрібно для цього зробити, или як вот що предпринять, щоб гиревой спорт стало офіційно зареєстрованим національним видом спорту? Потрібно побільше популяризації, щоб про наш вид спорту знали всі, бачили його і всі хотіли займатися ним. То есть сейчас доминирующим национальным видом спорта есть гопак, по-моему, и хортинг. Да. И в хортинге кто-то пытается чего-то там делать, какое-то там гиревое что-то. То есть гири уже просачиваются любыми путями, пытаются пролезть, так сказать, в национальную вот эту регистрацию, в национальный вид спорта. Коля, я знаю, что организация «Алегів Щит» не так давно зарегистрировалась. То, что в этой организации есть гиревики. Вот. Скажи, сам гиревой спорт, в принципе, много есть видов спорта, человек может заниматься чем угодно. Чем гиревой спорт хорош и что он может в данном разрезе времени нашим гражданам дать? Ну, по-перше, гиревой спорт – це такий вид спорту, який доступний кожній людині, і ним можна займатися і вдома, і на вулиці, і ну, в будь-якому місці, в будь-якому приміщенні. От. Перш за все, це доступність. По-друге, дуже ефект дає великий. Це розвиток витривалості, сили всіх життєвих фізичних якостей, які потрібні людині. Скажи, от нашим телезрителям, які, як багато, не знають, що таке гиревой спорт, в чому він заключається? Тобто класичні упражнення, соревновательні упражнення. І я знаю, зараз дуже популярно гиревой фітнес. Що це значить? Ну, гиревой спорт сам ділиться на два види змагань – це двоборство і поштовх довгим циклом. Двоборство – це поштовх двогир,
І ще також одна вправа – ривок. Угу. От. А одноборство – це поштовх довгим циклом. З послідуючим опускання гір нижче пояс. Зараз дуже модно, особливо в Європі, в Польщі. Наш з Колей хороший знайомий, наш товариш гірєвий Артем Гнатусін живе в Польщі і пропагандує там також гірєвий спорт і гірєвий фітнес. У нас не дуже в Україні популярно. Що таке гірєвий фітнес? Гірєвий фітнес – це одне із направлень фітнесу, силового фітнесу, яке характеризується використанням гір. Тому що гиря – це специфічний снаряд, за допомогою якого можна виконувати дуже багато вправ і розвивати всі групи м'язів. Казалось би, как бы однобокое направление, только вот рывок и толчок и длинный цикл. Неужели можно при использовании таких простых упражнений гармонично развить тело, как ты считаешь? Звичайно, можно. Завдяки вот такой динамичности работы, тому що ще за допомогою гири можна дуже багато вправ зробити і розвивати всі групи м'язів, які не можна розвивати на деяких тренажерах, навіть якимись гантелями, штангами. Але от іменно гири розвиває ці групи м'язів. Тобто, фактично, чоловік приобрів собі там несложний снаряд, який є гирі, шар з ручкою, в домашніх условиях, да, либо на вулиці, во дворі. В домашніх умовах можна спокійно займатися гирями. І гармонічно розвивати тіло. Да. Я знаю, что гири, в отличие от штанги, исключает такую вероятность травмоопасности. Да, потому что вага гири не дуже в основном висока, и за цього зменшує травму. То есть, в принципе, гиря, она хороша для укрепления общей физической подготовки, для укрепления здоровья, да, и типа для внедрения здорового образа жизни, и не требует, я как понимаю, особо больших каких-то технических затрат. Ну да. И материальных також. То есть, в принципе, человек может прийти в секцию, узнать упражнения, заниматься в секции, либо то есть, связаться с тобой, допустим, да, между прочим, Микола Ткачук, да, он есть везде очень социально активный, Facebook, Контакт, Инстаграм, ищите, задавайте вопросы. Теперь хочу, Коль, по гирям все понятно, по организации. Организация Логи в щит, я знаю, что ваш девиз, у тебя написано на футболке «Спорт, культура, там эстетство», хочу сегодня поговорить про спорт. Какие планы вот, на ближайшие время? Ну, найближчим часом ми чекаємо, коли закінчуться відпустки, коли почнеться навчальний період, і ми плануємо з вересня починати різні акції проводити в центрі міста Києва. Це проведення різних змагань, відкритих тренувань, змагання із наших національних видів спорту, це гірьовий спорт, хортинг і так далі. Також проводимо відкриті тренування в парках. Як ми знаємо, сьогодні в Києві немає ні одного залу з гірьового спорту. Часто спортсмени приїжджають в Київ і телефонують, немає де займатися гирями. То ми виїжджаємо в машину, загружаємо гирі, виїжджаємо в парк, на стадіони і там тренуємося. Я знаю, что я видел объявление в социальной сети, которую ты модерируешь, «Гиревой спорт» называется, около 4 тысяч подписчиков, то, что проходит открытая тренировка на стадионе «Спартак», да, каждую субботу в 10 утра. Это платно, бесплатно, кто может прийти ходить, здоровые мужики, девочки, женщины, то есть все люди, да? Це абсолютно безплатно, і всі люди можуть приходити, займатися, ми пропагандуємо здоровий спосіб життя, от, і рухову активність, і кожен бажаючий може прийти і займатися з нами. Ну, то есть, единственное, если у вас нет противопоказания от врача, естественно, ну, да, если у вас там ничего не болит, и вы отдаете себе отчет, вы взрослый человек, то приезжайте, если не совершеннолетние дети, то приезжайте, конечно же, с родителями. Скажи мне по соревнованиям. У меня, кстати, одета футболка «Рывок победы», я знаю, что это ежегодный турнир, который, ну, скажу, мы проводим ежегодный, да, турнир. Сейчас он будет вместе с организацией «Логи в щит» проводиться. Я знаю, ты мне рассказывал, что есть планы про сотрудничество с Украинской Православной Церковью. В какой-то вы хотите сделать турнир или акцию? Ну, мы хотим провести змагання у честь якогось святого православного для популяризации здорового способу життя и для духовного розвитку и телесного, щоб люди, які ходять в храм, могли розвиватися не тільки духовно, а й телесно. Скажи, ну вот многие говорят, залов нет. Я знаю, что Федерация гиревого спорта Украины, в которой ты занимался в свое время, я занимался в Богомольце, да, в институте, да. Юрий Владимирович Щербина, прекрасный человек, передаем привет. Но это зал, в принципе, закрытого типа. Мы знаем, много было ситуаций, когда спортсмены звонили тебе, мне, и хотели заниматься, но Юрий Владимирович не потому, что он такой вот, да, нехороший человек, но это является залом студенческого общества, то есть
Федерация не может звать туда всех людей. И потом, в принципе, Федерация гиревого спорта Украины не имеет ни одного спортивного зала на территории Киева, открытого, доступного. Я знаю, что Союз гиревого спорта, который возглавляет небезызвестный нам, по крайней мере, с Колей, Валентин Юрьевич Бербенечук, сам занимается в одном из крупных кроссфитовских залов со своими гирями, а зала гиревого нет. Ну, не знаю, по каким причинам, не дают, не получается, то есть нет. Скажи, над чем вы сейчас работаете вот в этом направлении? На даний момент ми шукаємо приміщення, тому що в Києві немає ні одного залу з гірового спорту. Uh-huh. От. Ми відправили письмо у КМДА і також паралельно ще шукали. Скажи, я хочу перейти про сезон КМДА. Як ти вважаєш? Я знаю, що ти як спортсмен, коли ти їздив на чемпіонати світу, на чемпіонати Європи, ти раніше, коли ще Віталій Володимирович не був мером, заходив в мерію. Щось помінялось по відношенню з спортсменом тоді і зараз? Потому что Скричкова сам спортсмен, то есть он как бы, ну, лояльность появилась хоть какая-то небольшая, как ты думаешь, ну, чувствуется? Честно говоря, пока еще не дуже. Угу. А именно вот работа с самим административным аппаратом, ну, по-другому стали относиться к людям? Ну, наче так, потому что мы, например, принесли письмо у КМДА. Ну, то есть не отфутболили? Да, не отфутболили, а дали какие-то надежды, что, возможно, что-то будет. Так, а яка судьба цього письма дальніше? Судьба, ми відправили КМДА, а звідти нас відправили у департамент комунальної власності міста Києва. Так. А звідти направили вже до начальника відділу моніторингу та реєстрації речових прав Коханію МС. От. Ну, на даний момент ми навіть занотував, тому що не виговорить такі названня тяжелі. І на даний момент ми намагаємося до нього дозвонитися, але вже третій день не відповідає. Ну, надіємося, що ви нам, буде якась відповідь. Ви нам дайте відповідь, а то ми приїдемо самі. Да, але в нас є також і гарна новина. Ми вже знайшли одного керівника із спортивних київських комплексів, угу. Який пообіцяв нам виділити приміщення в оренду. І на днях, 8 серпня, ми будемо зустрічатися, підписувати договір про... Что, да, может, в сентябре мы потихонечку начнем. Да. Не могу не задать вопрос, это, допустим, будет интересно только гиревикам, ну, не просто спортсменам. Существует несколько федераций, в боксе их много, в карате их вообще, по-моему, 10-16, ну, неважно. В гиревом спорте две федерации, одна национального, имеет национальный статус, другая не имеет национальный статус, они постоянно меняются. Ну, последние, крайние, с 2013 года, по-моему, да, по-моему, по 2014, ну, что-то такое там. Ну, сейчас, в общем, неважно. Статус национальной федерации, Союза гиревого спорта Украины, Федерация гиревого спорта Украины национального статуса не имеет. И постоянно такие прения, какие-то вот вражда и так далее. Не могу не спросить, так как вы связаны с национальным видом спорта, с гиревым, но так, так тем паче, организация Олегов щит идет своим путем, то есть как вы, дружите, не дружите, что? Ну, мы дружим и спортсменами всіма, всех организаций, всех видов спорта, але я сам є член Союзу гиревого спорта, на данный момент выступаю в Союзе гиревого спорта. Вот. А так мы открыты для співпраці із усіма з суспільними організаціями і також з усіма видами спорту. То есть, фактически, организация «Олегов щит» нет никаких больших там денежных дивидендов, нет больших технических каких-то способов помогать. Но есть желание, есть люди, которые могут так или иначе сприять разведку национальных видов спорта, и в этом направлении организация работает. Единственное, нужны вменяемые планы, какие-то интересные акции, чтобы которые не были направлены на эгоцентризм той или иной спортивной организации, организация, а непосредственно понесли добро людям. Николай, многие знают, я, конечно же, вы сейчас в семинарии духовной, да? Да, уже заканчиваю скоро. Да. А в аспирантуре вы? Я научаюсь сейчас в духовной семинарии и также в аспирантуре Национального университета физкультуры и спорта. Ага. Пишу диссертацію по гиревому фітнесу. Нічого собі. Тобто ви будучий священник, будучий дипломірований з вищим образованням спортсмен, інструктор, преподаватель. Но хочу задати вопрос в розрізі от, церкви, християнства, духовенства. Як ви думаєте, вообще, як може бути построєна дальнейша робота православної церкви і, от, допустим, національного виду спорту? Які можуть бути точки соприкосновення? Що це може дати людям? На даний момент я всі плани свої обговорю із своїми духовними керівниками.
раджусь. Також у нас в планах провести православні турніри, проводити регулярно. Співпраця є. На даний момент спорт взагалі приносить користь як для тіла, так і для душі. Тому християнство завжди пересікається спортом і з фізичною культурою, і це потрібно розвивати і рухатися в цьому напрямку. Скажи, як духовенство йде на контакт? Ну, самі щось пропонують? Чи це ти тільки протягуєш, уговорюєш? Духовенство йде на контакт, тому що для людей це є корисне. Спорт, фізична культура, активний спосіб життя – це завжди приносить користь людям. А якщо приносить користь, значить це є добре діло. В 2016 году, в конце 2016 или 2016 года, нам, кстати, поступила интересная информация, общественная организация «Лига в щит», что планируется, ну, конечно же, это трудно, нет средств, но ребята над этим работают, большое мероприятие спортивное, музыкальное, христианское, где смогли бы найти общий консенсус и национальный вид спорта, и направление этнической фольклорной музыки. И что-то, может быть, приедет православный священник, благословит или прочтет какую-то проповедь. Чтобы мы в том, в чем имеем национальные корни, самый большой, дорогой пласт, скарб нашей культуры, чтобы мы насаждали это и этим жили. И это стало национальной объединяющей идеей всей Украины, всех славянских народов, возможно, которые посмотрят на Украину и захотят к нам присоединиться. Вот мы станем огромной страной, центром в Киеве. Представляете? Вот будет здорово. Хорошо, то есть кто хочет помочь каким-то образом своей просто рабочей силой, я не знаю, подарить гирю, помочь, когда будет новое примещение для занятия гиревым спортом, пофурбувати там в стелі, я не знаю. Есть официальное сообщество ВКонтакте, называется «Олегів Щит». Также есть официальные в социальных сетях страницы «Микола Ткачук». Есть официальная страница Сергея Долина, либо наше официальное сообщество телеканала «Винтаж». Пишите, кто хочет каким-то образом спрятать розвитку игрового спорта, национальной музыки, культуры. Будем работать вместе. Любая, даже просто вы придете, потренируетесь на стадион «Старт» в субботу в 10 утра, все равно это хорошо, познакомимся. В чем мы сильны? Когда мы вместе. Когда мы вместе работаем над одним делом, когда сплочены мы хорошей идеей. Как говорил незабвенный персонаж режиссера Балабанова Сергей Бодров в фильме «Брат», да, всеволен тот, у кого правда. Ну а заниматься развитием наших национальных корней – это то, что не есть правда, тут никто не скажет, что это неправильно. То есть хорошо, что такие организации есть, работают, и спасибо Микола Ткачук, что сегодня нас посетил, и видим, что делается реальная работа, которая, возможно, мы верим, приведет к каким-то положительным результатам. Трудно, ситуация, конечно, не очень в стране, понятно, что не до нас и не до спорта, но все равно надо как-то жить дальше и надо друг другу помогать. Да, Микола? Так, дякую за запрошення. До побачення. До побачення. А ви не переключайтесь, оставайтесь на нашому каналі. Ще хочу сказати вам новость, що з сентября місяця, чуть не забув, на нашій любимій радіостанції 105.5 в Києві і везде по Україні вона є, Перець ФМ, Юмор і Хіти, буде, наверное, ежемесячна нова програма, получасова в прямому ефірі, буде називатися «Гиревой спорт з перцем». Ми будемо говорити ежемесячно о програмах, о тренуваннях, о гирях, о этом, ну, как бы новом, как говорится, новое, хорошо забытое старое. О нашем исконном славянском виде спорта, который сейчас очень сильно внедряется в Америке, в Европе. Они думают, что это их корни. Нет, не получите. Корни – это наши, и мы будем продвигать, и это реально может стать панацеей. Если сейчас денег у нас у всех, конечно, немного, но, по крайней мере, у меня, может, у Миколы больше, но имея дома гирю, можно нормально и отжиматься на ней, и махать, и делать замахи, и тренировать статику, и жонглировать, и можно купить восьмерочку детям, деткам и заниматься. Также я не знаю, что угодно можно делать с гирей и даже прижимать капусту. Вот, да. И об этом будет наша программа на радиостанции Перець ФМ. Юмор и хиты. Винтаж ТВ, телеканал «Профсе», Микола Ткачук, Сергей Долина, Олегів Щит. Пока.